Каблучный. Склеишь. Склею, да. Матрешку и еще одну коробку. Это мы покупаем, чтобы всего было делать. Да. Ну, чтобы на что-то смотреть. Да. Давай, заворачивай. Вот. Что мы тут еще себе купили? О! Молочко. Цитрамон у Эмиль голова развалил. Это Брамексин Баби. Прям все как есть, еще даже сумку не разбирали. Колбаски взяли хорошие какая-то. Шарм солями. 232 рубля. А и тут моя шапка. Шапка не понадобилась. Сегодня такая жара, что я не буду говорить. Как будто градусов 20, там не меньше сегодня. 21 был. Вот. Какие-то перепады. Вот такую раму взяли. А это для казанской. Для этой работы. Взяли раму. Потому что это негодная, это без стекла. Это просто одна эта. Картонка. Взяли вот такую, это для казанской сюда поместим. Так. Кстати, нашел штатив, мам, для камеры. А, ну, снимай. Хлебушек взяли, 18,50. Свеклу взяла вареную, чтобы не крутиться. Огурцы соленые у меня есть. Масло есть, горошек есть. Некогда мне, очень много уборки. Сейчас за кошками все тут. И за нами, за кошками. Взяла вареную морковь, вареную картошку. Прям готовую вареную свеклу, чтобы не крутиться. Винегрет сегодня будем делать. А это, как ее, капуста соленая. Мне съесть. Нет, это на винегрет. Ну я немножко тебя угощу, чего ты сразу плачешь? Я просто, у меня сейчас за слюни текут, я люблю. Слюни текут. Я просто люблю квашеную капусту. Ну вот такие дела, сейчас будем уборкой заниматься потихоньку. Да, а я поставлю сейчас клеить это видео, потому а что... А потом будем салатик готовить. Не остановилась съемка. Я надеюсь, тебе получится склеить его. Это изи. Давай, вот. Всем пока. Ну, всем спасибо. Всем пока. Всем добра.